Слова, как признание доброго чувства, хотим сегодня произнести в честь тех, труд которых подобен искусству, что могут людей за собой повести. Пусть год учебный будет годом счастья, улыбок, радости, надежд. Каждый день приносит лучик счастья, здоровья крепкого на много-много лет. Пусть будет радостной всегда труда прекрасного дорога. И пусть не меркнет никогда святое звание педагог. Дорогие наши и замечательные преподаватели, от всей души хотим вам сказать спасибо за то, что вы есть. За то, что вложили в нас много знаний и стараний. За то, что никогда не жалели своих сил, эмоций, времени и заботы. Спасибо за наше воспитание и образование. Желаем вам, дорогие наши. Лейла Иналовна Оттаева. Ирина Николаевна Гривцова. Екатерина Александровна Хатлубей. Наталья Львовна Галеева. Елена Леонидовна Болотова. Елена Владимировна Губанова. Лидия Васильевна Козилова. Осипова Ольга Петровна. Елена Викторовна Савенкова. Сергей Владимирович Усков. Ольга Анатольевна Шклерова. Мария Валерьевна Гончар. Долгих лет успешного преподавания, неиссякаемого энтузиазма и оптимизма. Светлого счастья в жизни и добрых, чудесных путей.